4000 детей и подростков из Ноябрьска отдохнут в этом году в городских и российских лагерях и здравницах за счет местного, окружного и федерального бюджетов. На эти цели предусмотрена сумма, равная прошлогодней, это 30 миллионов рублей. География, где побывают маленькие ноябрьцы, обширна. По традиции это побережье Черного и Азовского морей, а также Тюмени и Подмосковье. Некоторые спортсмены отправятся в Киргизию на спортивные сборы, а юные археологи в экспедицию в Челябинскую область. А здесь на месте будут работать пришкольные, летние лагеря, детские площадки и, конечно, ноябрьская кругосветка, которой в этом году хочет присоединиться молодежь из Муравленко и Нового Уренгоя. И, кроме того, впервые в этом году Ноябрьск для организации детского отдыха получил субсидию из округа. На что пойдут эти деньги, сегодня говорили на заседании постоянных депутатских комиссий городской думы. Впервые в этом году нам выделены субсидии за счет средств окружного бюджета и переданы нашему управлению в рамках реализации программы окружной долгосрочной, это организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Малоневском автономном округе. По данной программе будут организованы следующие мероприятия. Это мобильная программа деятельности летних площадок, трехдневные комбинированные туристические походы с элементами водного туризма, культурно-образовательная поездка, православный детский центр «Горный посад», Краснодарский край, Апшеринский район. Дети поедут из православной гимназии. Поездка в культурно-образовательный центр «Этномир», Калужская область. Молодежная экологическая туристическая программа «Большие приключения Карелия». И комплексная программа «Школа летнего мастерства».